видеоканала «Планета Дзюдо». Сегодня я нахожусь в городе Бургас, в спортивном зале Никола Станчев, где проходит чемпионат Болгарии по вольной борьбе среди возрастной группы до 20 лет. И здесь мы снимем небольшой видеорепортаж, фрагменты интересных поединков борцов вольного стиля. Соревнования проходят очень интересно. Есть очень интересные поединки. Так что вольная борьба – это очень хороший вид физической активности. Если кто для себя изберет вольную борьбу, пожалуйста, приходите в клубы вольной борьбы по всему миру. Тигни Кумау!